Ну, именно начата бессрочная акция с требованиями к нашей власти после событий, которые произошли в Мукачево. Наше требование – это взятие депутата Ланьё под арест, как организатора криминальной группировки, которая занималась контрабандой. Отставка министра внутренних дел Авакова. Акция будет бессрочной. Это основные требования, которые на данный момент мы выдвинули. Дорога была видна. Все машинки видели. А как вы просили, так стоит подержать. Запануем мы, братья. Підписав, відходьте, не заважайте іншим. Це наводить. І власть принадлежить...